Рост Сельмаш не стоит на месте, стремится к развитию и углублению своих компетенций. Одно из направлений – это инновационный проект, который предполагает создание завода трансмиссий, где будет запущено производство коробок на все модели тракторов, выпускаемые компанией. Ключевой проект дивизиона – это производство коробки передач и семейства трансмиссий, коробок передач, бортовых редукторов для техники, выпускаемой компанией. Мы с вами находимся на участке сборки механической коробки передач компании «Акуба». Мы приобрели все права собственности на данную коробку передач в рамках развития своих компетенций в сборке трансмиссии для трактора 2000 серии. На данном участке у нас работает 10 человек. Мы данный состав вместе с технологом, мастером отправили на стажировку в Японию. Они собрали порядка 30-40 коробок, приехали сюда. Мы вместе с ними создали данный участок, где мы сейчас находимся. И уже после того, как создали этот участок, собрали коробки передач. Тем самым подтвердив свой профиль знаний, и японцы увидели, что мы можем собирать качественно. На данный момент оказался на участке сборки коробок передач на трактора 2000 серии. В мои обязанности входит сборка коробки полностью от начала до конца. В коробку входит 4 вала, я их устанавливаю, регулирую и уже дальше передаю. Рост Сельмаш. Агротехника профессионалов.